20 ноября 2017 года телеканал ФКТ разместил на своем сайте и на канале в YouTube видеоролик, содержащий сведения, не соответствующие действительности. Фразы «Проект строительства ЖК раз-два-три не соответствует действительности», «Количество квартир увеличено почти в два раза», «Кроме того, нет социально необходимых объектов, парковок, школы», «Все это застройщик своим покупателям обещал, но не выполнил». По документам заселение должно было произойти еще в конце декабря прошлого года, но дело не сдвинулась с мертвой точки, не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию АО «Универсал».